Всем зрителям, подписчикам канала Уральская усадьба, привет! Сегодня у нас 18 октября 2017 года. Построили мы теплицу. Усадьба люкс, шириной 3 метра, длиной 5 метров. По торцам у нас расположены разрезные двери-форточки. Также установлен декоративный уголок в цвет теплицы. Каркас теплицы у нас сделан из профильной трубы 20 на 40. Это основная арка, подпирающая арка из трубы 20 на 20. Окраска полимерно-порошковым способом. Также в теплице у нас имеются две нитки с каждой стороны системы подвязки и форточный блок посредине теплицы, который оборудован системой термоприводов. Поликарбонат 4 мм толщиной, 0,7 плотности. Конструкция сама у нас стоит на брусе 100 на 150, брус пропитан антисептиком и закреплен к земле с помощью колышков. Также для большей жесткости каркаса установлены диагонали. Две штуки. Вот на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!